впервые на веселых ребятах была исполнена опера, которую я, да, вот посвятил веселым ребятам. Даже не веселым ребятам, а тем, кто за кадром. С тех пор эта опера стала любимой оперой кино и телеоператоров. Как встречают телеоператоров, они сразу просят ее спеть. Снимается кино, называется. Действующие лица их исполнителей. Комментатор, главный герой, главная героиня, девушка с хлопушкой, директор фильма, древесный питон Вова длиной 18 метров, длиной 4 сантиметра. Стоит обратить внимание на тот факт, что за 30 с лишним лет питон не подрос ни на сантиметр, но и не скукожился на нем. Режиссер. Говорит и снимаем сцену в бои. Гражданин, не щурьте левый глаз. Между прочим, на большом экране все равно не будет в кадре вас. Бабушка, с портфелем не курите. Вы же заслоняете весь фон. Юноша, откастенький, проснитесь. Спать во время съемок мавитон. Оператор. Мне не видно ухо у героя. Дайте ухо мне анфас. Черт возьми, откуда эти трое? Стоп, снимаем снова в пятый раз. Девушка с хлопушкой. Главный герой. Ну приклейте же мне усы. Я должен быть взрослее. И замшевый спинжат найдите поновей. Так значит я готов. Ах, Марья, я бледнею. Приди ко мне, мой друг, утеши, обогрей. Режиссер, момент. Но это вы хватили. Она же на трубе сидит девятый день. Давайте понежнее, в таком народном стиле. Мол, Машка, мол, слезай. Мол, сядем на, мол, плетень. Героиня томна. Какой плетень? И лучше от манга, и полурастворённое окно. Режиссер, все ясно, начинаем. Эй, гражданка, ну качать, ну собирайте домино. Оператор. Вы можете орать тут хоть до ночи, а Лёха я давно истратил всю. Режиссер, по мама мия, нету больше мочи. Держите крепко, я его убью. Директор фильма достал живого весу томна. Кого достал? Древесного питона. Какой питон? Вот и он. Слышен топ-то убегающей массовки. Меня нет. Девушка с лопушкой. Главный герой. Куда же вы, куда? Мы что, уже кончаем? Режиссер, назад, стоять, не двигаться, снимаем. Герой, побольше страсти, но не очень. Питон. Герой. На шею не давите, я люблю. Оператор. Вы можете орать тут хоть до ночи. А Лёха давно исправил всю.